Я дал каждому подписчику свою платформу, получилось, на которых они будут строить постройки, но их время будет ограничено. Например, прямо сейчас они будут строить постройку за 1 минуту, потом за 5 и потом за 10 минут. Также у нас есть судья, который будет все оценивать. А оценивать мы будем крутость, прочность, механизированность и красоту. Правда, я сомневаюсь, что первое слово существует, ну ладно. Ну чё, ух, как думаешь, что будет в этом раунде на первом месте? Я даже не знаю. Я вижу одну машину, вторую машину и что-то непонятное. А гусь вообще стоит на месте, ничего не делает. Я думаю, гусь не победит. Что делать? Ставлю блок. Да, поставь блок. Время вышло, и это значит, что мы сейчас будем смотреть постройки. О, это что-то... Это похоже на читы, надо его забанить. Стоять! Я думаю, замеханизировано. Надо 10 поставить. Я 9 поставлю. Ладно, тут ничего красивого я совсем не вижу. Давай поставим 2. Твой по математике. И крутость. Нет, он реально крутой, когда бегает так быстро. 8. Да, согласен. Рычаг. Не буду не. 15, что знаю, что он получил много. 19 очков из 30 получил. Понятно. Ай, вы что делаете? Так, раз эта машина сама так хочет, тогда идем сюда. Муза красоту. 7. Так, ну раз он военный, давайте проверим его на прочность. Так, от миниганов он вроде бы живой остался. Думаю, за прочность можно поставить 8. Насколько эта постройка крутая? Пятерку, думаю, можно. Да. 20 очков. Минди, тебя опять обогнали, как в прошлом видео прям. Я помню. Мне кажется, это спецназовский щит. Да, да, вот, поднимаешься, можно так пистолет достать. Ооо, это вообще, мы 10 можно. Да, За минуту такой механизм построить, это вообще. Так, ну теперь щит, для чего он используется? Для защиты, поэтому проверим его на прочность. Огонь! А первый выстрел и щит повален. Так, ну щит-то выжил. Да, давай. Так, первое попадание выжило. Выжила, а пули кончились. Так, ой, ну ладно, на 2, так. Ой, опа, зачем я третий выстрел сделал? Я ставлю за красоту 9. А за прочность я ставлю 5. Чёрку, 25 очков. Все время постройки все больше и больше набирают. Идемте к гусю все. Что это такое, гусь, ты построил? Черный куб? Нет, это не куб, во-первых, это квадрат. Квадрат Малевича. Ай, вот это меня вот так нормально вылетело. Мне это не понравилось. Ой-ой-ой. Мой вердикт, мы снижаем 5 баллов. А, понятно. Ну, механизм, это сразу 0. За прочность сколько? Я думаю, тоже 0. Потому что эта картина маслом писанная, вы не понимаете. Прекрасная отговорка, картина, которая маслом описана. И описана. Господи, это 5. Круто, есть 2. Так, убираем 5 из суммы за то, что ты обидел судью. Ты на самом последнем месте, у тебя только 2 очка. Я обидел. Да что я делаю так? Если я обижаю. Так, осталась одна постройка, вот эта. Значит, если кабриолет, прокати меня. Ой, поехали. О, работает. Странный. Что с луком? Я живой. Давайте его проверим на прочность. О, давай. Это моя любимая часть видео. Выстрел номер 1. Номер 2. Так, 4 выстрела и смотрите, незначительные повреждения. Я думаю, 9 можно. За красоту не очень красиво. Да, некрасиво, не стильно. 5, думаю, можно. Да, 5. А за механизацию, ну прям карусель жесткая. 9. 23 очка. На втором месте эта постройка. Кабриолет твой, 3-колесный. Я выиграл. Да, Агуша, ты выиграл. А я даже не думал, что Агуша выиграет. Ты на меня не надеялся? Нет, я не надеялся, но ты выиграл. Все это оскорбление в мою сторону. Не обижайся, Агуша. Первое место на меня обижено, и последнее тоже обижено. Все постройки за минуту были рассмотрены. Короче, видео закончено, всем пока. В смысле? Я тебя тут доверился тебе. Переходим ко второму раунду, в котором участники будут строить постройки за 5 минут. И я включаю таймер, и они начинают строить. Время вышло. Да, это карусель. Давайте-ка покатаемся, мне нравится. Оу! Пусть у меня сейчас голову заплинали. Так, давайте это оценивать. Защита. А, защита. Да, стрелять по каруселькам, это, конечно, жестоко.
Все. Короче, выживем. За прочность, то, что оно восстанавливается, это вот прям лайк. Ставьте крутость 7. И за красоту. 8. 8. Карусели бывают синие. Или желтые. Желтая. О, желтая, вот теперь можно 10. О. О, я не могу выйти из нее. Это не машина, это ловушка. Проверим на прочность. Раз броня машина, то надо стрелять. О, реально непробиваемая, смотрите. Давайте еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Я думаю, это конец. Твоя машина так не думает. Это 5 выстрелов было. О! Это не я. 10, 7. Нормально, квадратный хлеб черный. Квадратный черный хлеб. Это круто звучит. 22 двое. Мне кажется, лагуша опять самая крутая постройка. Вау, монстр трак. Мини. Ой. Ой. Моя оценка. Подожди, подожди. Не надо оценивать. Не оценивать, стой. Стой. Вот я давал шанс таким крутым постройкам. Когда они не успевали, я им чуть-чуть времени давал. Ну, ладно, я дам тебе 10 минут, только поскорее достраивай. Пират, ну давай им 5 минут еще только. Я это и так вырежу. Задвигаю колеса и оживляю ее полностью. Так. Так. Оно едет, рулит, и все это на радиоуправлении. Ой, я нечаянно. Механизировано. 10 по красоте. 9. Прочность, давайте прочность. Ух, знаешь такие вездеходы на огромных колесах, которые умеют плавать? Да, наверное. Давайте не будем так жестко его расстреливать, потому что смотрите, какая милая машинка. Этому я ставлю 29. Подожди, у меня претензия. Почему ее не хотят расстреливать так сильно, когда мою карусель расстреляли вместе? Это верно. Нет, я не согласен с тем, что это доделали бы были еще 5, то есть 5. Слушай, мне... Ой, сейчас это будет печально. Так, теперь будет финальный раунд. Я думаю, никто не хочет отдать победу Агуше, да? Я гусам. Хочу отдать победу Гусю. Понятно. Тогда давайте сейчас вы будете строить за 10 минут что-то по-настоящему крутое. Все, короче, время уже пошло. Гусь захватывает Минти. Почему? Главное успеть. Он тазика еще захватил своими доминошками. Хочется больше, конечно. Мне тоже. Время вышло. Первое это будет самолет, погнали. Он летает? Конечно. Геймс, короче, я буду летать на самолете, когда-то попали. А почему? Скажу, какие были ощущения. Дай мне порулить, нет. Да я все понял, я опять типа все порчу. У меня теперь, ну, опять все. А где памперс? Тут просто ленивая задница. Воу, вот этот самолет летает. По красоте. 9 по этому. Крутости. 10. Это фейк, это что за самолет не летучий? Если сейчас не полетит, то все. Понятно, крутая идея. Я специально мимо стрельнул, потому что ты хорош. Спасибо. Так самолет летает или не летает? Летает сейчас. Он летает, он реально летает. Плюс 9 и плюс. За меня уже очки подсчитывать будут. Сколько набрал? Он итого на. Смотри, 8 плюс 9 и плюс 2. 19 очков получается. Так, едем дальше. Это что, просто кресло? Это не мог? Нет, конечно. Это летающее кресло? Это унитаз? Это кресло предназначено для полетов. В ней есть все функции унитаза, обеспечивание еды, полета самого. Также есть смена памперсов, да. И смена туалета, если будет. Короче, это полезная штука, да? Уже за меня катаются. Ну и все. Унитаз 3000 полетел в космос. Судья, до свидания. Я нажал. Забаррикадировали. Эта постройка заслуживает 30 баллов. Да, Агуша у него усовершенствовал свой прошлый успех. И опять что-то отвалилось. Ну ладно, не важно. Это та же самая машина, что и в прошлый раз. Она просто побольше. Либо судья, либо ух пустили, наверное. Так. Гусь опередил всех. Гусь. Я не хочу. Че, меня пожилого человека заставляет встать с машины. Ладно, Гусь, идем. У меня к тебе подарок. Все, а Гусь, кайфуй, короче, здесь. У меня, кстати, есть корона, и я, типа, король. Все. Optimus Prime. Это Optimus Prime. Три красота. Ты офигел? Не, ну серьезно, ну с того момента ничего не изменилось. Тоже три. Начинаем. Огонь, ты первый стреляй. Миниганы не пробил. Так, теперь нет, я. Нет, чуть-чуть пробило, чуть-чуть пробило. Ну, незначительно особо. 4 выстрела, 5 выстрел и ничего не изменилось. Так ты не попал 2 раза. Я 4 раза не попал. Ладно, стреляем.
Ой, прости, Агуша, я не хотел. 10 очков Агуша получил. Юна, мыло. Скажи, ух, но ничего не изменилось, только... Ставлю ему 0. Так, давайте не будем спорить и пойдемте смотреть доминошки. Доминошки гуся захватили весь мир. И смотрите, как они красиво все разлегаются. Распадаются, не знаю. Ну, короче, сейчас они будут пересекаться, смотрите. И бах! О, даже взорвалось, когда я хлопнул. О, давайте домино вот это сломаю. Я за. Вау. Эпик. Это самый крутой антистресс во время того, когда все спорят, и я ничего не могу с этим поделать. Это 30. Кто? Тоже 30. Я не понимаю, У гуся и Минди у обоих 30. У нас, значит, ничья. Я придумал, как разделить первое место и второе. Включайте ПВП и берите оружие. Так, давайте, гусь против Минди. Начинается битва. Гусь одержал победу и занял первое место. Судья продажный. Предлагаю аннулировать судью. Ты куда, судья? Я на судьей. Да, давай. Я тоже туда прыгну. Где мы? Ой.